Хэйо, гайз, Миша и Микки, мы продолжаем пройти игру под названием Bugs Bunny и Last Time. Короче, мы отправляемся с вами в космос, к инопланетянинам, так сказать. Каменовек. Измерение X, оно называется. Ну, враг этот называется марсианин, если что, челик именно. Так, здесь тоже нужно дохера морковок. Здесь за счет часиков все. Здесь за счет часиков все. Нам сюда. Планета X. Засекреченная планета. Простите, где я? Не подскажите, как пройти библиотека? Соседство с планетой Четлан для меня огромная проблема. Они истребляют мое супер-пупер-КЦ. Чего, блядь? Так, как я понимаю, здесь теперь у меня будет сложность в том, что я должен понимать, куда идти. Опля! Монаки лабиринты. Так, выход, но выхода там нет. Я могу просто вот так сокращать пути. Я не знаю, что я запустил. Я понял, что я запустил. Вау, 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 что за фризы? Непонятная локация с электромеханизмами. Единственное, что я понимаю, что мы куда-то едем. Снаружи. А оно что-то не работает. Так, подожди, а с той стороны что? А, с той стороны выехал. Готово, поехали. По факту я могу отсюда просто спрыгнуть самый-самый низ. Да и все, не морочится. Какие-то роботы с пушками. Я понял. Надеюсь, он не... Да ладно. Меня сюда будет постоянно закидывать. Это нехорошо. И замечу, что я его атаковать не могу. А, вниз я попасть тоже не могу. Замечу. Надо тогда что-то придумать. Хотя я даже знаю уже, что я придумаю. Сейчас примерно покажу. Во-первых, нужно забрать все материалы, которые там валяются. Главное... Ой, стойте, платформы уменьшаются. Куда? Куда? Я понял. А на этом платформинг.
я вам скажу, необычный платформинг. Ну, я золотую морковку это по-любому заберу. Как же тут страшно. Так, во-первых, я умру из-за этой херовины. Подожди, а мне... Я понял. Я понял. Можно? Я... До свидания. До свидос. Я понял, так... Этот... Могила чья-то. Окей, мы открыли проход. Пускай эта херня там стоит. 2 тонны. Ладно, я хотя бы хп себе восстановил. Так, а теперь понять. Мы вот это, да, разблокировали. И... Почему эти... Они не работают? Порталы эти. Да ёлки-палки, почему? Глупый кролик. Снаружи, снаружи. Внутри. Ну хотя бы здесь противных звуков нету, и то радует. Подожди, это обычная морковка? Значит, она мне не всралась. Хотя нет, она мне всралась. То, что у меня хп нету. Зря вы это сейчас сделали. Работей. Ой, честно, забейте. Могу отсюда до туда допрыгнуть? А ей шанс, слушайте. А, нет, нету. Ну ладно. Но эта серия довольно быстрая. Потому что она космическая. Сойдет. Нормально. Главное, что я себе здесь проход открыл. Главное, что я не упал. Так, там херня. Там херня, ладно. Там заперто. Не, ну золотых морковок тут просто до хренища и много. Я понял, это пока что еще ничего не работает. Я не думаю, может, тут каких-то текстур не хватает? Или оно должно так все в воздухе висеть? Я прыгнул! Ладно, пойду сюда.
Все равно. Я сейчас активирую. Я сейчас падаю вниз специально, чтобы было full HP. Чтобы не было никаких проблем. Да? Да. Я могу как пойти туда, так я могу сюда пойти. Вы думаете, что глупо? Я не могу по вот этой... Не могу. Ладно. Я думал, по ней можно пройтись. А по ней, оказывается, нельзя пройтись. Кто знал? Я не знал. А, бля, это еще и на время. Не в ту сторону. Стой, сосите. Читеринг. Как быстро попасть туда, куда тебе надо. Так, ладненько, побежали дальше. Вот мне нравится бандикап, те, что можно поставить на паузу. Как, чтобы не было. Ставишь на паузу, no problem. Кто-то зашел, кому-то что-то поставил на паузу и все. Куда это поднимет меня? А, это чтобы вернуться обратно. А зачем мне, чтобы вернуться обратно, мне нужно запрыгнуть сюда? А, ну если тут так... На самом деле можно просто быстренько вот так пробежать, да и все. Потому что тут одно и то же, считайте. Навешу эту дорожку тупую. Так, там, да, разблокировали мне проход. И тут еще где-то что-то открылось. Не суть. Я не дотрагивался. Алло, я не дотрагивался. Ну ладно. Главное, что собираем морковочки. Я умер, да? Я сразу погибаю? Лол. Ну ладно, лучше тогда около проходите, да и все. Что это? Ух ты, с помощью этого пульта можно управлять роботом. Используя клавиатуру управления курсором. Клавиши прыжок и удар. Круто, да? Пью.
только роботы. О, сюда я могу залезть с помощью способности прыжка. А, я не могу их забирать. Изи. Ничего не понял. Но я понял, что теперь этот звук останется тупой. Так, что мне вытолкнуло? Мана. Окей. Просто едь и стреляй. У меня есть количество хп. Ну хорошо, у меня хотя бы жизни остались. Hey, Doc. Опля! Говорит кролик. Опля! Я что, виноват, что он падает и умирает? Короче, я понял просто одну вещь, что нужно сохраняться только перед тем, как заканчивается у нас серия. И я не виноват. Ну, зато я... Хотя, я могу сразу падать вниз, смысл мне от... От этой трубы. Там золотая морковочка. А нет, тут часики. Так, и по факту мне только сюда. Да, еще главное, знаете, касцена работает. Если вы думаете, что это легко, вы глубоко ошибаетесь. Но он хотя бы допрыгнет, ладно. Чего? Подожди, то есть я мог в них входить? Мне это никто не сообщал. Я что, виноват, что я не понимаю кнопок? Ладно, я понимаю кнопку. Я прыгаю, смотрите, оп. А он зацепляет. Подожди, а можно ли... Я достать не могу. Я прыгаю, он зацепляется! Я прыгаю, он зацепляется.
чем моя проблема? Ладно, буду по центру просто бегать, да и все. Хотя там просто кувырком можно это все сделать, но... Я, короче, не знаю. А когда мне я смогу запрыгнуть, сейчас и забрать? А. Нифига, он уже решил комбинировать их. О, все, теперь могу часы забрать. А я тут думал, что за бредятина, почему я часы не могу забрать? Окей. Следующий этап. А, да. Но ты забыл кое-что подобрать. Серьезно? Да. Давай-ка я сохраню твои победы. Да, давай. Спасибо, Чатланин. Чатланин, Ну чё, часы одни и две золотые цаки. Где их там... Там вообще не было места, где их можно было взять. Ладненько, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.